Для того, чтобы совершить путешествие по дну Древнего моря, далеко ходить не надо. Достаточно отправиться в национальный парк Хвалынский. Здесь при финансовой поддержке Русгидро оборудована уникальная экологическая тропа, которая рассказывает удивительную историю этого края. Я надеюсь, что эта экскурсия будет очень увлекательной. Вы получите положительные эмоции, пообщаетесь и расскажете нашим жителям города Балаково, какой уникальная экологическая тропа есть в нашем парке. Путешествие по дну Древнего моря – это уже второй эко-маршрут, обустроенный в заповеднике при содействии гидроэнергетиков. 2 года назад здесь появилась тропа Елшанский хребет с уникальным пограничным ландшафтом, сочетающим в себе и степные элементы, и экзотические меловые горы и лесные участки. Новый маршрут охватывает территорию соснового бора и смешанный лес. Но главная его особенность в том, что раньше на этой территории было море. Только 25 миллионов лет назад здесь появилась суша, а до этого плескались волны, унося воды древних морей в Южный океан Тетис. Меловые хвалынские скалы когда-то были подводными хребтами, а сейчас являются палеонтологическим памятником мелового периода. Здесь до сих пор находят окаменевшие остатки древних обитателей моря, потомки которых сейчас обитают на планете. Ящерицы – это потомки древних динозавров. Акулы не изменились за эти миллионы лет. Имели очень острые зубы. Скорее всего, это хищная рыба, которая питалась тоже ей же подобными. Для того, чтобы посетители могли подробнее узнать об уникальных растениях, животных, особенностях ландшафта Хвалынского национального парка, по всей протяженности экологической тропы оборудованы информационные стенды. Поскольку маршрут достаточно длинный, 5 километров, на нем обустроены места для отдыха. И первыми по новой экотропе прошли ветераны и работники Саратовской ГЭС. Многие из них уже бывали в заповеднике на других маршрутах, но путешествие по дну Древнего моря никого не оставило равнодушным. Попала в волшебный лес. Это сказка. Это чудесное мероприятие. Спасибо, кто организовал. Это узнали столько много нового. Столько много ярких впечатлений. Так, что кончились все слова. Настолько яркие эти впечатления. Попала я сюда первый раз. Впечатление, конечно, огромное. Такой лес, такой воздух здесь хороший. Это уникальное место. Это одно из мест в Саратовской области, я, честно признаться, не могу еще назвать. Ну, есть Увольск и кое-что, но здесь вообще-то курортная зона, можно сказать. Здесь и звери есть, и птицы, и реликтовые деревья. Прекрасный воздух, замечательная тропа, экскурсовод, молодец, гид, рассказывает, все очень интересно. Хочу поблагодарить руководство этого национального парка Хвалынский за то, что они организовали такое открытие такой тропы. Прекрасно. Удивительно, просто потрясающе, как то, что когда-то много-много миллионов лет назад было древним морем, сейчас это возвышенность около 400 метров над уровнем современного моря, и это просто какие-то неизгладимые впечатления. Удивительное путешествие по дну Древнего моря стало возможным благодаря поддержке Русгидро. Эта компания уже много лет оказывает помощь экологическим проектам и особо охраняемым природным территориям. На сегодняшний день создано 26 экологических троп в 15 регионах России. 2 из них в Хвалынском национальном парке.